12 апреля 1961 года наш земляк совершил первый в истории человечества полет в космос. Старт прошел на космодроме Байконур. Гагарин провел в безвоздушном пространстве 108 минут. За это время корабль «Восток» сделал один виток вокруг Земли. Тогда это было событие мирового значения. В 4-й школе концерт посвятили именно этому дню. Ученики совместно с педагогами подготовили мероприятие, рассказали об истории развития космонавтики. Мне очень понравилось. Пока мы готовились, мы узнали много нового. Было очень интересно репетировать. Мы первыми полетели в космос. Для нас он особенно важен, потому что в космос полетел наш земляк Юрий Алексеевич Гагарин. Мероприятие было очень хорошее, мне понравилось. Мы его долго готовили, было очень информативное. То есть понравилось сильно День космонавтики. Но он играет большую роль в истории нашей страны. Ведь как бы это открылась новая эра, эра освоения космоса. И то есть это уже появились новые технологии. Эти мероприятия направлены опять-таки с такой воспитательной целью, чтобы наши дети сегодняшние, живущие в 21 веке, они не были свидетелями тех событий героических и великих. Поэтому мы сегодня им прививаем, популяризируем эти знания, чтобы они знали свою историю, причем героическую историю нашего народа, нашего общества, нашего государства. Иначе, если молодой человек не знает своей истории, то он, собственно говоря, лишается своего будущего. Такие мероприятия помогают всесторонне изучать историю Родины.